Привет из Южного Урала, теплому Ставропольскому краю. Вот у нас озеро Тургаяк, замерзшее, всем известное. А вот это вот у нас построили из снега, изо льда, к крещению, вот такой вот храм. Вот. Там внутри купель. Завтра в крещение ночью придем сюда и будем окунаться. Сейчас подойду, покажу внутри, как. Вот. Вот так вот будет. Ну, тут еще, конечно, обделают. Вот купель. Крещенская. Вот, а вот это все из снега, изо льда, все колонны, все вызывали мастеров специально из Екатеринбурга. Вот, вот такие дела.